новенькие КАМАЗы, украшенные шарами, первыми едут по свежему асфальту. Капитальный ремонт федерального участка дороги Р-256 с 341 километра по 344 на въезде в Бийск начали ремонтировать пару лет назад, в 2021 году. Делали полностью капитальный ремонт Чуйского тракта. Все виды работ, которые здесь производились, земляные работы, асфальтобетонное покрытие, обочины, откосы, водопропускные трубы. Вот, и водоотводные канавы. Здесь, конечно, еще не было такой красоты, как вот сейчас. И закончили объект, получается, вот в начале августа 2023 года. После расширения ширина земляного полотна здесь составила почти 22 метра. Проезжей части 14 по 2 полосы в каждую сторону. Чтобы исключить вероятность встречных столкновений, а расширение во многом было направлено на снижение аварийности, потоки разделили металлическим барьерным ограждением. Теперь движение здесь станет более свободным, а жители и гости Бийска не будут стоять в пробках на въезде в Наукоград. На торжество по случаю открытия собрались почти все, кто участвовал в строительстве, и высокие гости в том числе. Четырехполосная современная дорога, выполненная по федеральным стандартам, это просто для автомобилистов и всех участников дорожного движения, на самом деле, так можно сказать, чудо. И чудо это результат работы очень большого количества людей. Для того, чтобы дорога эта появилась, для того, чтобы Чуйский тракт расширялся, становился таким современным, преображался на большей своей части, а планы наши в конечном итоге сделать его весь таким, очень большому количеству людей нужно было постараться. Постарались и даже с опережением графика завершили капитальный ремонт и второго участка Чуйского тракта от 135 по 143 километр. Его начали делать в 2022 году. Здесь также установили металлическое ограждение, появились 23 новых опоры электроосвещения, и работы на Чуйском не планируют завершать. Мы, конечно же, будем продолжать модернизировать Чуйский тракт. Ресурсы на сегодняшний день есть. Еще раз подчеркну, что все эти мероприятия проводятся в рамках развития коридора «Россия», «Запад-Восток». И учитывая, как активно ведутся работы на головной его части, маршруте Москва-Казань, Казань-Екатеринбург, далее до Тюмени, мы понимаем, что и на остальных участках этого коридора необходимо набранные темпы поддерживать, а при наличии ресурсов еще и приумножать. Расширение Чуйского тракта – это еще и возможность повысить туристическую доступность нашего края для гостей из соседних регионов. Ведь год от года к нам едут все больше желающих насладиться красотами Алтайского края, и задача дорожников – обеспечить пропускную способность автодорог. Очередная задача выполнена. Время приступать к решению остальных. Ирина Корчагина, Татьяна Голубева, Владислав Ковалев. День с толком.